Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов организацию детского отдыха и оздоровления. Чувашия отмечена в числе регионов, наиболее успешно справляющихся с этой работой. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев отметил, летняя пора – наиболее подходящее время для того, чтобы включить детей в оздоровительные, образовательные, культурные и воспитательные программы. В этом и заключается задача всех структур, занимающихся организацией детского летнего отдыха. За последние годы мы все, я имею в виду и федеральные власти, и власти региональные, делали многое для того, чтобы улучшить состояние детских лагерей. Потому что в какой-то период, в силу недофинансирования и других сложностей, они многие пришли в упадок. А в этом году большинство регионов сумело выделить деньги на летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года, что, конечно, очень важно, принимая во внимание довольно большие сложности в региональных бюджетах и проблемы в экономике. В Чувашии в реестр организации оздоровительной кампании включены 22 загородных, 53 палаточных, 23 трудовых лагеря и 428 лагерей, созданных при образовательных учреждениях. У нас лагеря не организованы только там, где ЕГЭ проходит, 66 пунктов проведения ЕГЭ, и где начальные маленькие начальные школы. А в остальных школах везде и около 42 тысяч школьников в республике сейчас пройдут через разные образовательные программы. В этом году, вот, выполняя в том числе и ваше поручение, мы сделали обязательную экспертизу всех программ лагерей дневного пребывания через муниципальные комиссии. Всего планируется охватить отдыхом и оздоровлением около 100 тысяч детей. И примерно половина из них – ребята из малоимущих семей, находящиеся под опекой, инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. На временную работу планируется трудоустроить не менее 16 тысяч подростков. Глава Чувашии поручил всем министерствам держать лагеря под постоянным контролем, каждый по своему направлению, и всем вместе сделать все для обеспечения безопасности детей. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Андрей Шоклев. Республика.